вызывается следующая пара дзюдоиста весовой категории 90 кг. Логвиненко Александр, Крымский федеральный округ, Крым. В синем кимоно Даев Альберт, Москва. Москва. Нам очень приятно, что в Федерацию дзюдо России влился такой мощный коллектив крымский. Вчера их представитель своей категории 73 кг получил серебряную награду. Увы, в данной встрече пытался провести технику дзюдоист в белом кимоно. Контратака дзюдоиста в синем кимоно. Судьи смотрят, видят повтор. На что приземлился спортсмен в белом кимоно после контратаки. В связи с тем, что по правилам дзюдо соперник, приземляющийся на положение мост, неважно как быстро, если это мост, то значит дается япон. Если его не было, то оценка может быть ниже. На какую часть? Вот сейчас судьи смотрят, уточняют. Вот видите, мы смотрим по жесту. Положения моста не было. И судьи принимают решение, что здесь не япон, а оценка в азаре. Имеет преимущество представитель Москвы в синем кимоно Даев. Время еще 4 минуты и 1 секунда. Вполне возможно дзюдоисту в белом кимоно отыграться. Сложно, конечно. Вот что мы видим. Снова проводит атаку дзюдоист в синем кимоно. Бросок с захватом руки под плечо. Падение. И получает оценку вторую уже. Юко. Преимущество в азаре и Юко у спортсмена в синем кимоно. Вот снова атака, попытка проведения задней подножки. Дзюдоист в белом кимоно уходит, защищается. Перевод партер. Арбитр. Опытный арбитр, представитель Сибирского федерального округа, города Иркутской области, Григорий Лин. О, какое красивое выведение из равновесия. Быстро, четко, с уходом на колени. Это оценка япон. Очень красиво. Победу одержал Даев Альберт, Москва.